Михаил Евграфович в быту был человеком не самым приятным, вспыльчивым и грубым. Личные качества нашли отражение и в его творчестве. Более колкого писателя в русской литературе, пожалуй, не было. Произведение Салтыкова-Щедрина — это кладезь описания нравов и обычаев Российской империи XIX века. Ему позволяли печататься ввиду явного таланта, даже несмотря на резкий тон и откровенность, граничащую с хамством. «Если я усну и проснусь через 100 лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу — пьют и воруют». Эту знаменитую цитату приписывают Салтыкову-Щедрину. Правда, этому нет никаких подтверждений. Кстати, цитата «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения» тоже не его и неверно приписывается Салтыкову-Щедрину.